17 октября на МЦК произошел очередной сбой. Причиной послужила аварийная ситуация на одном из составов. Произошел саморасцеп беззазорного сцепного устройства. По официальной версии, произошла поломка в одном из блоков системы управления поездом на станции Лужники, после чего в процессе транспортировки состав был расцеплен. Однако свидетельства очевидцев и имеющиеся фотографии опровергают официальную версию. На фото видно, что произошел саморасцеп или излом сцепного устройства в районе станции Шелепиха с последующим разрывом состава. Произошел ли разрыв состава произвольно или непроизвольно, доподлинно установить не удалось. Однако обращает на себя внимание тот факт, что состав был именно разорван, а не расцеплен, о чем свидетельствуют фотографии с порванным межвагонным переходом и оторванными кабелями.